Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alay. Меня зовут Агаси, и в этот раз я приехал в район Обагёль. Тут продается недорогая, хорошая квартира с двумя санузлами, с двумя балконами. Полноценная трехкомнатная квартира на хорошем этаже, среднем. До моря здесь расстояние максимум 400 метров. Хорошая локация. Смотрим. В этой квартире выгодная цена на данный момент на этом рынке в районе Обагёль. Минимальная площадь 100 квадратных метров. Полезная площадь. Не брутто, а вот нетто. Бытовая техника Бека. Есть посудомойка, индукционная плита. Это мебель новая. Так. Сторона здесь южная и восточная. Первый балкон, он застекленный и, можно сказать, что очень большой. Проект был сдан в 2007 году. Хорошая управляющая компания. Тут Айдат тоже нормальный, высокий, скажем. Так как живут в основном европейцы. Вот вид с окна. Снаружи у нас бассейн, зона барбекю, вот он, остальное потом покажу, даже печку поставили на балкон. Так, идемте внутрь. Хорошая прихожая, первый санузел, эта сторона восточная. Это спальня, восток и север. Кровать, вот это все, вся новая мебель. Кондиционер Бека. Старый, нужно на инверторный тоже поменять. Термопакет окна. Не надо менять. Второй балкон. На данный момент, как я и говорю, один из самых ликвидных вариантов в районе Обагёль по цене, по локации, по квадратным метрам, по стороне, по виду. Вид неплохой, не в здании с того балкона имею в виду. Душевая кабинка большая, как вы видите. Там один квадрат, два квадрата в длину, ширину. Нормально. Симес, стиральная машинка. Здесь спальня у нас 15-17 квадратных метров, как минимум полезная площадь. Думаю, что 17, потому что есть где побегать. Платяной шкаф тоже у нас новый. Здесь еще есть французский балкон маленький. И второй санузел. Тоже есть вытяжка. Спускаясь вниз, показываю вам территорию. Рядом есть инфраструктура такая, как сеть магазинов Метро, Мигрес, Шок, Аланиум, торговый центр в шаговой доступности, море в шаговом доступности и маленькие маркеты, там все рядом. Сеть магазинов BIM, сеть магазинов 101, сеть магазинов Шок. На этаже 3 квартиры. Лифт вместимость 4 человек. В подвале на нижнем этаже у нас у каждой квартиры есть своя отдельная кладовка. Где-то 6-7 квадратных метров. Как видите, ухоженная территория. Есть пандус.
Куркума. Кажется, так назывался. Лелисопеда можно ставить сюда. Кранчик тоже есть. Выходим. Снаружи есть отдельная парковка этого проекта. И вот парковочные места. И сзади еще есть. Дорогие зрители, цена этой квартиры 128 тысяч евро. Крайняя цена, никакой скидки. Это минимум, что есть на рынке из хороших вариантов. А также есть побюджетнее, но там здание будет где-то 20-23 года, 18 лет между ними. За 115, за 111, такие цены есть у меня. А также могу найти 1 плюс 1 за 100 тысяч в этом открытом районе. Но так как 200 тысяч долларов на данный момент условия для ВНЖ, пока под ВНЖ не будет подходить. Также есть вариант, который подходит под ВНЖ. Указывается в этих квартирах 200 тысяч, но там цена минимум 200 тысяч евро. Так как нужно указать выше 200 тысяч долларов цену. Или же надо обождать январь месяц, чтобы конкретно понять, закон выйдет или не выйдет. А так пока все говорит только миграционная служба. И в новостях в основном. Все, с вами была Гасия. Я вам снял ролик, а вы поставили лайк и написали комментарий. Еще можете подписаться, если хотите. Всем пока-пока.